Гляди, это Соник. Идеальное время. Он мне порядком надоел. Эй, это мои слова. Руш? Орбот? Что здесь происходит? Орбот говорит, что мне нужно уйти. Но зачем мне это делать, если Рапунги принадлежит мне? Это не так. Руш присвоила эту медаль, пока я отвлекся и захватила этот район. Она постоянно твердит о каком-то огромном камне, который даже не существует. Он существует! Наклз рассказал мне. Ночь спускается на Рапунги. Он мерцает в темноте. Он мой, слышите меня? Можете с таким же успехом признать свое поражение и направляться домой. Руш, погоди! О, она уже умчалась. Надо найти ее, если я хочу завоевать эту медаль и спасти Рапунги. Не стоит мешать планам босса, я немедленно сообщу ему об этом. Непременно сообщи ему, что последний, кто найдет Руш, тот гнилое яйцо. Всем привет, друзья, с вами Смайл, и мы продолжаем играть в Sonic на Олимпийских играх 2020 в Токио. Я починил фехтование, надо было в системе телефона устройство поменять язык и регион на другой, кроме русского и французского. Видимо, у них сбои региональные произошли, и у русских, и у французов что-то какая-то хрень. С нами снова сидит Соник. Давайте начнем играть уже в сюжет. Фехтование. Я не играл, не пробовал. Просто типа запустил. Оно работает, как вы видите. Я не знаю, как играть. Вообще не знаю. Так. Музыка из Forces? Нажми для выполнения... Ага. Ну, допустим. Шкала выносливости. Ну, допустим. Что? А, я за линию, да, ушел? Странный режим. Наверное. Но я победил Наклза. Теперь с Вектором. Угу. Есть супер. Атака. И я не успел ничего сделать. Я победил? Да, я победил. Ну ладно, неплохой режим, скажем так. Ну, неплохой. Прыжки на батуте, ну это уже было. В прошлой серии мы принимали задания от друзей и подписчиков. Кстати, да, вы можете присылать задания. Если что, ID дружбы в описании. Ух! Как же непривычно, когда такие неровные. Наверное, в последней зоне будут и неровные, и ровные. Чё-то не удалось мне нормально сделать. Ну, я проиграл, да? Видимо, да. Что-то иногда, знаете, это засчитывается слайд не так, как он должен. Но я победил все равно. Типа, иногда он считает это как просто нажатие, при этом я делаю слайд спокойно. Типа, реально вот просто провожу, и он считает, что... Он считает, что это просто нажатие. Может, я в какой-то момент отпускаю. Прыжки на батуте снова. Кто-то из Украины на первом месте в топе. Вот это классно. Вот бы русских так побольше было.
Да, теперь и обычные, и необычные. Это плохо. Надо 100 очков сделать. Но я не такой шустрый так-то. Мне кажется, я не справлюсь. Да, я не накоплю сотку. Прям вообще не накоплю. Надо быстрее. 90. Ну, был близко. Но пройдено. На золото я буду проходить за кадром, потому что это задротская такая тема. Наверное, вам не будет интересно это смотреть. Думаю, нам сюда. Что здесь происходит? Это была пружина? Куда меня несет? Куда меня пере... В первую зону? Ну, понятно. Это как-то объясняет сюжетом? Или же нет? Надеюсь... Может, это ловушка? Просто чтобы я не смог добраться до Эггмана? Наверное, да. Бипа выключать. Ух ты, ё-моё. Ага. Окей. Да, я на втором. Ладно. Это как-нибудь позже пройду. Так. Стрельба из лука. Стрельба из лука. Фри. Классный ник у челика. Фри. Так. Подвох, да? Какой-то. Нету подвоха? А, теперь есть подвох. Блин, не такой уж и слишком сильный ветер был. Ну вот, уже получше. Только на пятый буду использовать супер. Санул. Чё, победил? Или же нет? Не победил. Это радует. Это классно. Супер. Ух ты, ё-моё. Эггман Нега. Погоди минутку. Эту тень я узнаю где угодно. Эггман? Как ты мог перепутать меня с этим болваном? Эггман Нега? Что ты здесь делаешь? Тебе ли не знать? Просто осматриваю Токио. Мои новые владения. Что? Не знаю, что ты планируешь, но я готов остановить тебя. Какой надоедливый грызун. Хорошо, могу немного поиграть с тобой. Босс Эггман Нега. Стрельба из лука. Эггман Нега. Да он меня победит в два счета. Вот просто по фасту. Я проиграл, да? Победа! И жетончики дали, значки понадавали.
Кажется, я победил. И значит, тебе пора уходить. Неплохо для грызуна. Хорошо, ухожу отсюда. Но мы еще встретимся. Хе-хе-хе-хе. Эти ребята никогда не закончатся. Но, по крайней мере, пока Асакуса в безопасности. Надо быстрее вернуться в Рапонги. Вот ты где, Соник. Воз говорит, что ты должен вернуть нам эту медаль. Эй, это Орбот и Кубот. Если хочешь эту медаль, тебе придется получить ее в частном поединке. Ой, в честном. Конечно, но физически нам тебя не одолеть, поэтому... Предлагаем тебе сыграть вопросы. Посмотрим, сможешь ли ты ответить правильно на наши вопросы. Идиот. Такие вопросы будут? Серьезно? Это доктор Эггман. Доктор Эггман. Да. Пишите, ребят, в комментариях, какие у вас были вопросы, если вы их помните. И напишите, рандомные ли они или нет. Я готовился к худшему, но все оказалось намного проще. Не могу поверить, что мы проиграли. Надо сказать боссу, пошли, Кубот. Уже? Только стало интересно. Ну ладно, увидимся, Соник. Они скоро вернутся, поэтому надо быстрее выдвигаться. На, Блейз, получай. Не, на самом деле она не заслужила. Прости. Прости, Блейз. Пожалуйста, прости меня, Блейз. Я не хотел. Что это? Это... Вот-вот... Вот это вот что там? Деньги плати! Заплатили. Погнали дальше. Вот для чего тебе и надо. Как раз в действии. Я же говорил в первом выпуске, что надо делать с ними. Вот уже наглядно показал. Это босс Эггман? Серьезная битва! Далековато! Мы еще встретимся, Соник! Эй, цыголовый! Долго тебя не было видно! Становишься старым и медленным? Довольно! Несносный грызун! Меня задерживаете лишь вы, Сруж! Но мы уже в конце пути! Я, великий доктор Эггман, бросаю вызов! Я бросаю вызов тебе! А, нет! Бешеная скорость! Я не успел ударить. Экпевана? Нет, это не Экпеван. У меня есть теперь значок Эггмана, но я не буду его ставить. Но я одолел его. Я одолел Эггмана. Ты проиграл, яйцеголовый. Посторонись. Во всем виновата Руши, если бы не ее страсть к камням. Пора повидать ей правду. Метание копья.
Что-то новое. Тут мне, походу, показывают, что лучше взять Вектора. Но сюжет есть сюжет. Держите зарядки, отпустите, когда отобразится марш. Угу. Идеально. И что? Влево-вправо? Пятьдесят девять. Это третье, да, место? Идеально. Куда я метнул? Это лучше, да? Хуже! Это было хуже! Ну, с этим-то я нормас. Второе место. Так. Ну, я не особо понял. Но вроде как есть какие-то идеи, как это проходить. Просто надо... Требуется очень идеально. Очень идеально все вымерять. И прям... Чё ж, прицел сбивается, когда ты ближе и ближе к этой линии доходишь. И типа... Ну, ладно. Снова метание копья. Короче, последний уровень. И заканчиваем. 260. Да я не справлюсь. Вы чего? Вы гоните? Чтобы летело быстрее. Я надеюсь, тут суммируется. Ой, куда я выстрелил? Ну, это мне легче дается, кстати. Мне помогают эти белые сферы. А тут куда? Я не понял. А, вот. О, офигеть! Ух, как я... Я на первом? Круто. Ну, в принципе, понял. Так, тихо, не надо. Карате, но пора заканчивать. Ну, новые режимы мне понравились. Жду патча. Жду до сих пор патча, чтобы исправили проблему, естественно, которая была в первом видео. Естественно, я поменял регион и язык, все отлично стало. Но жду патча. Жду. Надеюсь, выйдет. Но, кстати, сегодня был маленький патч. Он снова ничего не сделал. Вот вообще ничего. Он, по-моему, самый маленький из всех трех теперь. Короче, до понижения идет. Это странно. Пора заканчивать. Спасибо, что смотрели. Ставьте лайки, пишите комментарии. С вами был я, Смайли. Пока.